Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале, а жизнь идет своим чередом. Приветствует вас Машенька, Машуня, Черняк. Где мы находимся? Мы находимся в городе Нальчике, столице Кабардино-Балкарии. И вот я вам показываю. Я уже говорила, не знаю, когда я выставлю это видео. Но сегодня 15 августа 2023 год. Поехали смотреть мое видео. Вперед! А здесь растут розы, которые уже отцвели, уже давно розы в саду. Они приказали долго жить. Ну, высокие, видите, высокие, они, естественно, на следующий год будут чудесные. Они уже в этом году уже, не хотела сказать, плодоносить, цвести не будут. Вот видите, вот какая бы я ни была, вот что бы я ни показывала, всегда у меня акцент на цветы. На цветы, пусть это уже они отцвели, пусть еще не доцвели, но это цветы. Вот розочки. Так, памятник Тимбора Мальбахова. Так, насколько меня хватит, настолько я буду показывать этот парк. Куранты бьют каждых 15 минут. Я думала, каждые полчаса. Нет, четверть часа, через четверть часа. Просто сейчас били куранты, а я находилась вот в этой зелени, и у меня просто здание не было видно. Поэтому я не включила камеру. Так, здесь у нас самокатов полным-полно. Все то же самое. Город очень даже неплохой, я вам хочу сказать. Город преобразился. Я много лет здесь не была. Но сейчас очень даже не жалею, что я приехала сюда в отпуск. Низкорослые георгины. Кое-какие отцвели, кое-какие еще цветут. Здесь георгинки поинтереснее. Так, Нальчик – город воинской славы, отчизны верные сыны. Хороший такой памятник, увековечили героев России. Вот мы идем, куда мы идем? Фонтану. Вот такая площадь перед Белым домом. Смотрите, какой он красивый. Вот моими глазами не то, что там сказать, что что-то вот прям, ой-ой-ой, все хорошо, все хорошо. Ну да, город очень интересный. И город, это моими глазами город преображается. Конечно, очень много недостатков, очень много. Но очень-очень много всего интересного. Парк, он всегда, конечно, был на высоте. Вот, но все остальное просто-просто замечательно. Говорю, включаю камеру, и в конце, ух ты, неужели будет дождь? Неужели будет дождь? Я без зонта, правда, но... Так, вот так выглядит вот эта площадь. И в конце, что мы видим памятник Ленина. Так, вот памятник Ленина, мы к нему дошли. Его не демонтировали, даже когда вандалы в 90-е годы снимали везде памятники. Этот памятник, по-моему, не убирали. Вот надо заглянуть в историю. Нет, по-моему, не убирали. Он как стоял на своем месте, так и стоит. А может, убирали.
Подскажите, пожалуйста, зрители и подписчики моего канала. Знаю, слышно или нет, бой курантов. Слышно? Вот прошло четверть часов. Вот здесь хочу показать клумбочки. Конечно, немножко они заросли, но поливают, и они благоухают. Вот какие. Видите, не просто так посажены, я же говорю, там гортензия, там бегония, колиус. Нет, оно где-то вот так вот рядочками, треугольничками. Видите как? Хорошо, конечно, есть пандус и все, но не смотришь вниз, а смотришь на камеру. Арт-центр. Сейчас покажу вам. Вот издалека. Такое интересное здание. Зеленая изгородь. Мне за безумие нравится вот такой дизайн. Клумбочки. Надо же, вот придумали. Ну вот очень молодец, кто это придумал. Там, по-моему, даже нету и цемента. Набросали булыжников маленьких камушков. И все. Вот это дерево то ли изувечено, то ли искалечено, то ли вот такая форма такую приобретала. Это памятник адыгам, жертвам военно-политических событий в 1763-1864 году. Вот пошел дождь, я с камерой. Так, события на Кавказе. А я с камерой и без зонта. Хотя, когда вышла, я посмотрела погоду. Там было указано, что будет гроза. Ну, мы, как всегда, думаем, да, и мы успеем до грозы, да? Дождь усиливается, и я, конечно, вымокну. Вымокну очень-очень даже хорошо. Асфальт прибило. Дождь прибило. Пылью пахнет такой, знаешь, пылью такая. Вот и дождь закончился, а может это начало всех начал. С ремонтной работы ведут. Кинотеатр «Восток». Здесь были фонтаны когда-то, а сейчас почему-то не хотят их запускать, да? Без бомжей город не город. Бедный, несчастный человек. Это, как я вам уже говорила, это гибискус китайский. Красотища, да? Красотища.